В общем, для Poco X3 была такая проблема. Взял стандартный зарядник его и нестандартный кабель. Ну и когда включил, соответственно, на зарядку, он у меня буквально в течение минуты очень сильно начал дымить, ну и, соответственно, перегорел. Оригинальный кабель стоит очень дорого в магазине. И в качестве эксперимента возьмем кабель за 350 рублей из Ашана. Это самое лучшее предложение, которое там было. В общем, посмотрим, подойдет ли он для зарядки. Зарядка пошла. И пошла турбозарядка. То есть, как бы, кабель подходит, что не может не радовать. Если вы не хотите ждать и не хотите искать альтернативу долго на сайтах AliExpress, Taobao там и Jum, то добро пожаловать в Ашан за вполне таки адекватным кабелем. $350 и у вас Г-образная оплетка, леска. Что он тут может? 3G, 4G, LTE. Так, замена программного обеспечения смартфона даже предусмотрена на этом кабеле. Кошмар. До 12 вольт, 2,4 ампера. Температура до 50 градусов Цельсия. Скорость передачи данных до 10. Ну, как бы, вот такой вот кабелек. И он реально заряжает. Идет турбозарядка. Значит, и для синхронизации он тоже подойдет. Отлично. Теперь этот кабель вместо оригинального будет валяться в рюкзачке. И я знаю, где взять. Можно будет еще один на замену, когда он придет в негодность. В общем, как-то так. Кабель достойный, хороший. И рекомендую.